вечер, наши дорогие и любимые зрители. Мы пригласили вас сегодня на праздник открытия 56-го концертного творческого сезона. И мы говорим спасибо старым друзьям за новую встречу, а новым за внимание к нам и желание подружиться. Каждое новое творение художник начинает с белого холста. И мы сегодня, подобно творцам, начинаем с чистого листа писать красивую историю. Вашему вниманию будет представлена новая концертная программа «Белые мелодии». На музыкальном небосклоне существует ряд великих композиторов, чье восприятие музыки шло через призму цвета и света. Наша программа подарит вам возможность услышать и увидеть сочетание всех цветов палитры. Но королем этой палитры станет белый цвет. Символ абсолютной чистоты, открытости, умиротворения и вдохновения. А где, как ни в городе, на Неве, прогуливаясь по набережной безмятежной белой ночью, можно пробудить вдохновение и настроиться на романтическое настроение. Музыка Исаака Шварца. Прозвучат два номера из концертной сюиты кинофильму «Мелодии белой ночи» в Эрмитаже и Ноктюрн. На сцене симфонический оркестр Чувашской государственной академической симфонической капеллы, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России Марис Яклашкин. За дирижерским пультом заслуженный деятель искусств Чувашской республики Наталья Яклашкина. Thank you.
соло на рояле, лауреат международных конкурсов Наталья Егорова. А помните строки Александра Сергеевича Пушкина? «И с каждой осенью я расцветаю вновь». И действительно, для многих осень является отчетом и началом нового времени. Школьники садятся за парты, а взрослые, отдохнувшие после летнего отпуска, еще с большим воодушевлением врываются в творческий процесс. И всем мы хотим пожелать, чтобы новый сезон был для всех нас увлекательным и запоминающимся. Музыка Дмитрия Батина на стихи Натальи Разбитновой. Отрывок из альбома памяти Ольги Энс. «Осенние стихи». Исполняет лауреат международных конкурсов Юлия Маркитанова.
Дмитрий Шостакович. «Русский вальс» из «Сюиты номер 2». Солисты, лауреат международных конкурсов Екатерина Верма, Андрей Дельцов. Дирижер, народный артист России Марис Яклашкин.
Эти мелодии, которые мы собрали для вас, дорогие друзья, богатейшая палитра. Утверждают, что красный цвет означает страстную любовь. Синий цвет служит признанием верности. Желтый цвет ассоциируется с солнцем, а розовый символизирует нежные чувства. Ну а белые цветы – это символ чистоты и невинности. Симфоническая поэма на тему романса Вениамина Баснера «Белые акации, гроздья душистые» для трех солистов и симфонического оркестра. Солисты – заслуженный работник культуры Чувашской республики Наталья Иванова, лауреаты международных конкурсов Илья Алексеев, Алексей Егоров. Оркестровка Алексея Егорова. Thank you.
Thank you.